Добрый день или добрый вечер, с вами снова я, Руве. Всем здорова, бродяги, с вами Бомж. В этом видео мы играем в игру Polaronovans Battleground, упали куда-то на Георгополе, залутали и готовы ломать лица. Да, мы хотим сыграть через Георгополь, через Георгополь и поехать через аирдропы, махаться, находить заместики. Да, ну и тем самым находи хороший лут, а если с помощью этого лута брать топ-1, то есть по стандарту. А у нас, кстати, пока ни один самолет еще не пролетел, да? Ни один был, мы его просрали. Мы просто только упали, там лутались и так далее. А слушай, у нас вот здесь в домах, в которые ты сейчас едешь, по-моему, стояла дача, если я не ошибаюсь. Думаешь, здесь две машины, да? Две машины, да, просто что если блочить. Вижу слева УАЗик, а дачу я тогда беру УАЗик. А где УАЗик? Вот на дороге справа стоит. Все, да. Так, ребят, так что, такие вот дела. По луту у меня Скар. Я хотел напомнить ребятам, что пока мы едем расшировать, нужно прожать лайкосик. Да, ребят, если вам не в лень, то поддержите видосик лайком, подписочкой и так далее. Было бы реально круто. Да. По луту у меня Скар, авторежим, дробаш, фултер набор по броне шлемам и так далее. А что у тебя? Броня фул вторая, миника и юмпиха. Там хилочки немножко, больки. Короче, по информации, очень тайной информации, на шотинг рейндж, или как называется. Короче, туда упало много народу. И смотри, они, получается, там пофайтились, набрали лута, то есть подъезжаем, убиваем, все красиво. А вот мне очень интересно узнать, откуда эта информация. Мы летели на парашюте, я видел. А-а-а. Думаешь, что это... Нет. Это не программа. Я тебя понял. Так. А ты хочешь прям туда заехать, может, с горы чернем? Поздно, Макс, поздно. Это врыв, ребята. Так именно две точила оставили, врываемся. Да, ну гробовщики приехали, реально. Опасные. Я еще бегу прям по холму. Тут царит, тут лут лежит. Реально? Да. Чтоб вы знали, сюда падало где-то тимы, 3-4 точно. Как это могло произойти? Что лута оставили? Может, хилочки найдем. Так. Зачем нам куда-то текать? Да нам в идеале либо убить их, забрать лут, либо просто забрать лут. То есть нам по барабану. Да, ну просто лут лежит. Они с лута, дом открыт. Топовая М-ка будешь брать? У меня Скар. Ну, я как-то с ним побегаю. Угу. Окей. Я, наверное, миньку оставлю, побегать с ней. Угу, да, давай. Да, тут были люди, да, были. Да, тут дома лутали, видишь, типа открыта дверь была. У меня вон трубаки заваляются. Так, ну смотри, по идее, по времени, да, зона сужается, может быть, скоро будет еще один аирдроп, мы его можем забрать. Ну да. Тихо. Ну, по-хорошему. Слышал? Нет. Машинка ехала. Нет. А, ладно, забудь. Опа, это у нас этот? Опа. ДП. Все в точку. Вообще красиво. Господи, красиво. Да вот это ты наркоман. Аймер, чекай, сейчас вертухи будут, сейчас. Оп. Голова. Эх, да. Ты типа хочешь пошуметь? Да, чтобы все вороны сбежались к нам. На самом деле, нам нужно просто, ребята, ворваться на аирдроп, и да. Там всегда есть замесы. Всегда. Ну, на самом деле, до этого мы бегали по аэрам, в итоге нашли на только одном аирдропе замес. Ну, да ладно. И чё, какое предложение, дождаться зоны или будем уже ехать? Ну, смотри, может быть, в северном люди были, потому что, ну, всё-таки северный, ё-моё. Кстати, да. Думаешь, я думаю, подъехать? Может, северный, да, как ты предлагаешь, подъедем, но не внутрь, а просто с краю где-то? Да, я не против, реально. Типа, это более безопасно и более правильно. Дождемся, но они все равно выйдут. Мне кажется, это катки читер. Потому что, глянь, первая зона, 36 живых. Ну, очень быстро люди погибли. Раскидали. Понимаете, если это катки читер, то мой пукан взорвется до небес, я улечу в воздух. Просто бам, взрыв реальный. Вы не знали, мы вообще не рассказывали, но... До этого мы пилили, ну, пробовали два трая. Вижу челика, вижу. Тихо. Где? Дом, слева который. Белый, маленький такой, светленький. Который вот да, самый стоит. Край. Понял, да? В окне. Понял, да. Два попадания. Понял, все в забор, классно. Так, короче, хиляюсь и давай убьем их нахер. Давай, да. Но он тоже хиляется. Да. Смотри, у меня есть грена. Если я сейчас сделаю все правильно, то это будет красиво. Так, ну он меня чекает. Он просто чекает. Да. Где бы мне слева бежать этого человечка?
Ты прикрываешь, пока да? Просто. Да, я бегу. Чекаю его. Давай, он давай, вышел. Да. Вижу. Изи, рилдок. Так, пацаны, операция обрыв. Дверь закрыл. Ты глянь, там хп, наверное, 10 осталось, не больше. А где именно? Внутри? По мне? Тихо. Где прям у меня? Вижу. В доме? У меня в доме, да, подбегай. Он прям, тут. Понял, дом второй этаж, который. Да он вот, он на первом. На первом уже? Да. Понял, принял. Вышел. Вижу. Но он не выжил, он просто не выжил. Фух, ребята, врыв успешен, то есть убили всех. Да уж. Аирдроп, вот, и дождались аирдроп, идеально, погнали. Ты своего бебзика лутаешь? Да, я уже пролутал. Эйр. Да, смотри, короче, предлагаю ставить ставки, я первый. АВМ. Гроза. Аук. 8x. Масхалат. Шприц. 15x. А ты М24 говорил? Да, я М24 и АВМ, я все снайперки забрал жесткие. Да. А ты там больки повзял? Да, я там все стырил, типа все, что было нужно. Позабирал у этого Гэбзи. Я забрал все больки у этого человека. Это? Блин, хорошо. Можно, пожалуйста, АВМ плюс масхалат, не, который я поставил? Грозу. Опа, с горы сзади. По мне. Ну, по барабану я уже уехал, мне нормально. Я тоже уехал. Подожди, это мне не очень нравятся такие зажимы. Ладно. У тебя зажали? Ну, то есть, я уже немножко подозреваю кое-какую хрень. Слушай, я предлагаю... Ты прям на Air? Масхалат на 24, изи, real talk, пацаны. Чувак, это... Есть подозрение. Я тебя чекаю просто. Угу. Все на ухо, я понял. Да. Чекает тебя? Ладно. Предлагаю тогда уезжать отсюда, потому что, ну, типа, читаки, забей. Либо они как-то сдохнут, не знаю, либо финале убьют нас. Дядька, а давай займем где-то край горы здесь? Да, давай. В домиках махались здесь. Вот эти вот крайние, которые слева? Опа! Ну ты видишь этот зажим, ну чувак, ну ты видишь, блин, этот зажим. А ну, ребята, камеру смерти. Боже мой, как я хочу сейчас что-нибудь разбить просто. У меня сейчас отключена камера смерти, чертова. Сейчас битька, я честно. Забей, сейчас просто, чувак, забей на это дерьмо. Сейчас. Конченая игра, конченые читеры, все конченое. Сейчас. Вот он бежит. Боже мой. Короче, это было со Скара уже известно. Угу. Сейчас. Если считать, что это не читер, считайте так, мне как-то да, не важно. Да, похуй. Сейчас зажим будет. Без прицела! Full head! Без прицела! Ребят, я это залью в любой ситуации. Говорите, что я хотите. Я тоже заливаю. Мне пишут в комментариях, где пупка. Ребят, откровенно говорю, мы каждый день траем пупку. У нас каждый день, или сквозь, либо с Максом, либо со всеми траем пупк. Вот сейчас мы с Максом сколько уже? 2 часа где-то пилим, да? Ну, примерно, да. И чтобы вы знали, каждый слитый кадыч из-за читаков. Мы доходим до финала, выживаем. Нас убивает читер. Конченая игра, в чем твоя проблема? Как записать видео? У нас каждая гадка слита читами. Ребятушки, это будет просто выпуск про читеров, поэтому даже если это вышел не топ-1, а топ-1 был предыдущее видео, так что обязательно посмотрите. Вот, это будет выпуск про читеров. Нет, сложно, ребята. Это просто, ребята, реально. Мы вставим нарезочку, я позаимствую, наверное, момент у Макса, там, где вот нас зажимали первый раз, в той предыдущей катке вы ее не видели. И это мы все покажем вам, ребят. Короче, просьба распространить это видео. Там лайки, подписки. Да, ребята, обязательно прожмите лайк, обязательно подпишитесь. Да. Ссылочки все в описании на бидончика. Так что, да, ребят, подписывайтесь на меня, на Макс, ссылка в описании. Всем пока, удачи. Все, всем пока, бродяй.